Доброе утро, мои подписчики. Сегодня я хотела бы вам показать, насколько просто сделать домашний майонез. Если вам эта тема интересна, то присоединяйтесь, смотрите, насколько это все просто. Мы берем яйца. Так. Я делаю обычно вот таких из домашних, 4 у меня домашних маленьких яйца. Или 3 больших. Так, следующее у нас идет. Это у нас идет горчица. Таких вот 2 хороших ложки ядреной горчицы. Так. Лимон. Выдавливаю свежий всегда. Никогда не покупаю. Делаю свежего. Вот. Обычно какая пропорция? Сколько яиц, столько и ложек лимона. Так, лимон пока не нужен. Сюда я положила соль, сахар, яйца, горчицу. И начинаю предварительно взбивать. Так вот сбила, вот видите, немного все перемешала. Так, это мы сейчас уберем, лимон пока не нужен. И постепенно начинаю вводить масло. Видите, что уже происходит. Теперь на этом этапе половину масла я ввела и добавляю лимон. Раз, 2, 3, 4. Еще раз говорю, сколько яиц, столько и ложек лимона. Ну и продолжаем. И сейчас он у нас на глазах начнет густеть. Смотрите, какая получается консистенция, да? В принципе, он такой не густой, ну и не совсем жидкий, да? В чем секрет? Чем больше будете добавлять масла, тем майонез будет гуще. Поэтому продолжаю. В моем случае я продолжаю дальше. Thank you.
Вот такой густой он получился. Сейчас я возьму ложку и вам покажу, насколько он густой. Вот такой густой майонез получается. Вот. Если вы попробовали, и вам кажется, что он не очень соленый, или чуть-чуть не хватает сахара, на любом этапе, даже на этом этапе, вот на завершающем, можно всегда немножко добавить чуть-чуть соли или чуть-чуть сахара. Поэтому вот, пожалуйста, делайте домашний майонез. Здесь только натуральные продукты, ничего неправильного здесь нет. Всем спасибо. До свидания.